Всем привет, уважаемые зрители и подписчики моего YouTube-канала, Яндекс.Дзен-канала, Рутуб-канала, моих остальных соцсетей, где вы смотрите данный видеоматериал. Всех, собственно, я приветствую. Если смотрите этот ролик на моем Яндекс.Дзен-канале, то, пожалуйста, подписывайтесь, так вы меня очень сильно поддержите. Заранее вам спасибо. Дай бог, как говорится, здоровья. Перед началом ролика хотел бы вам рассказать о том, что в моей замечательной группе ВКонтакте в очередной раз проходит конкурс на вот такой вот замечательный АВП «Лапки». Ссылка на конкурс будет в описании под этим роликом, а именно на мою группу ВКонтакте. Поэтому участвуйте, народу мало, шанс выиграть большой. Конкурс у нас постоянно в группе ВКонтакте. Поэтому вы обязаны подписаться, если вы любитель халявы. Ссылка, повторюсь, еще раз в описании под этим роликом. Залетайте, участвуйте, выигрывайте. Приятного просмотра и всем удачи. Лучший дешевый буст CSGO, конкурсы на скины CSGO и раздача ключей на игры, стримы по CSGO и различным другим играм. Если тебе это все интересно, залетай на мой YouTube канал или же на мой Twitch канал. В этом видеоролике я хочу сделать обзорчик на лонгер из KFC. Вот так он у нас в принципе выглядит, наш лонгер. Вот так вот мне его выдали, чисто один. Получается... Раз, два, три салфетки выдали, чтобы вы понимали. В ресторанах фастфуда финских, финском, хэшбургер. Или, я даже не знаю, как правильно, может у них типа хизбургер, вот так может, не знаю, хэшбургер буду называть так. У них выдают всего лишь две салфетки. Ну, кто ролики мои смотрел, на Яндекс.Дзене, на Рутубе, если кому интересно, можете посмотреть. То переходим, смотрим, кому интересно. Так вот, лонгер я буду пробовать впервые. Стоит он в KFC 55 рублей, чтобы вы понимали. Стоп. А я правильно? А, я перепутал, да? А, я чуть перепутал, все. Да-да-да. Я смотрел вчера iTwister вроде. Ух, как же я забыл жестко. Я смотрел iTwister вчера там с овощами, что-то такое, думаю, что это такое. Меня как раз просили снять мои зрители. Мой зритель усиленно прям просил снять, чтобы я снял ролик по поводу шаурмы. А iTwister это что-то наподобие типа шаурмы. Ну, такая же тема. Ну а я лонгер впервые буду, как и сказал, пробовать. Похож он типа, так сказать, но хот-дог какой-то, да? Ну, сейчас вы все увидите, если кто-то не пробовал. 55 рублей стоит, очень дешево. Интересно посмотреть, наемся ли я им. Будет интересно реально. Я еще ничего не кушал сегодня. 101 грамм он весит, если по KFC смотреть официальный сайт. Пшеничная булочка, сочные кусочки филе в панировке, маринованные огурцы, лук. Легкий майонезный соус и соус горчичный. Маринованные огурцы и лук я не люблю, но ради ролика я съем. И как раз заодно проверю. Я ж вчера обзор, получается, на финский хэшбургер, вот этот фастфуд делал обзор. Гамбургер как раз кушали. И там я сказал, что лук у них и маринованные огурцы так как будто мертвые. Как сказать правильно? Вкуса насыщенного нету, хотя маринованные огурцы и лук, вы понимаете, что это такое, лук репчатый. Они довольно-таки, вкус у них неплохой, насыщенный довольно-таки. Ну ладно, давайте пробовать, в принципе, опускаю камеру. Цена 55 рублей, очень приятно. Так. Собственно, вот он у нас. Он уже довольно-таки холодный. Так, внутри у нас, собственно, вот такая вот темка.
Так, получается, три вот эти вот филе, или как они там называются, кусочки. Так-то тема-то удобная. Во. Вот он, маринованный огурчик. Чувствует сразу вкус. Не то, что в хэшбургере было. Соус приятный. Горчичный. Давно не кушал как раз. Плюс майонез. А, хотя он 55 рублей стоит, а чикенбургер 59 же, и тут 134. То есть цены-то на такие бургеры дешевые, я вспомнил. Пятьсот оценка 5. Я продолжаю. Помешали, но ничего страшного, продолжаем ролик. В общем, я доел. Что могу сказать вообще свои ощущения? Очень вкусно. Это вообще как считается? Даже не знаю, как правильно сказать. Хот-дог, я не знаю, или что-то типа того. Сейчас мы это узнаем, что это такое. Мне просто реально интересно. Вот что это? А, ну тут не написано, что это. Лонгер, ладно. Лонгер очень вкусный. Очень вкусный лонгер. Мне все понравилось. Маринованные огурцы. Получается соус майонезный, горчичный соус. Лука было маловато, что на самом деле хорошо для меня. Что мясо вот именно, байцы. Байцы они, да, называются. Тоже очень хороши, очень вкусные. Но надо есть теплыми, горячими-то. Горячими, теплыми. У меня просто он уже остывший был, холодный. Поэтому не так было приятно кушать. Но все равно вкусный, тем не менее, вкусный лонгер. И цена радует. То есть я не наелся одним, но если брать два, это 110 рублей. Я думаю, двумя можно спокойно наесться с учетом
попить потом еще водички или там с кофейком чем-нибудь. Спокойно зайдет, спокойно наедитесь, я думаю. Тут просто я забыл, что тут чикенбургер 59 рублей стоит KFC. 59 рублей. Я просто с этим сравнивал, с финским хэшбургером. Там 79 рублей мини-версия стоит чикенбургера, 79 рублей. А тут 59. В KFC, понимаете, в KFC, я считаю, это довольно-таки дорогие цены в KFC. Ну, раньше считал. Почему-то у меня такое ощущение было, всегда в Макдональдс ходили обычно и все. А в KFC типа дорого было. А сейчас нет. Сейчас вроде все четко, все нормально. Не знаю, по карману особо не бьет. И еще, кстати, хотел сказать, лонгер это как гамбургер. Гамбургер же нету в KFC. И вот, пожалуйста, лонгер такой выпустили. Булочка, кстати, тут написано для датского хот-дога. Булочка. Ну, я сказал, что-то типа хот-дога. Так вот. Что-то типа гамбургера это. Гамбургера не делают, потому что гамбургер делается из говядины, а у них только курочка. Ну, KFC такой. Оценка 5 из 5, однозначно очень вкусно. И на этом, в принципе, можно закончить этот ролик. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, до скорых встреч. Всем пока. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning.